Елочные базары начали свою работу. Ели, сосны и даже веточки пихты. Любители хвойных точно найдут себе новогоднее дерево по душе. О том, как правильно выбрать, расскажем далее. Какой Новый год без елки? Зеленая красавица – одна из главных героинь праздника. А сам процесс украшения приносит незабываемые эмоции. Еще не успели обзавестись елкой? Скорее на елочные базары! Высокие, пушистые, с шишками. На базаре продаются сосны и ели на любой вкус. Но желающие самостоятельно срубить елку в лесу все же находятся. И попадают за это под уголовную ответственность. С 10 декабря в лесу ежедневно проводятся рейды сотрудниками полиции и работниками лесничества. Специалисты следят за незаконной вырубкой. С 2022 года за незаконную рубку одного дерева диаметром до 12 сантиметров грозит уже уголовная ответственность в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса. Этот вред, причиненный лесам, будет составлять 6452 рубля. Статья гласит 260 Уголовного кодекса. Размер вреда, причиненный свыше 5000 рублей, подпадает под уголовную ответственность. Наш призыв к населению – не рубить, не ходить, не браконьерничать, чтобы не испортить себе новогодний праздник, свое настроение на Новый год. И чтобы было всем все хорошо. Не стоит портить себе праздник. Тем более, что новогодние деревья продают во всех районах города. С утра до позднего вечера продавцы готовы встречать покупателей. В этом году цена пушистой красавицы от 300 рублей и выше. Выбор, конечно, большой, но как же найти именно то, что мне нужно? Скажите, пожалуйста, а как правильно выбрать сосну? Основную сосну выбирает много жителей нашего города Тольятти. Сосна по размеру в квартире выбирает. Сосна, чтобы была зеленой, между них вот это расстояние мало было и была пушистой. И шишками выбирает основной. Дети любят сосна с шишками. Выбор елки – это особенный ритуал. Чаще всего его проводят всей семьей. Какую елку вы предпочитаете? Искусственную или натуральную? Почему? Натуральную. Почему? Ну, потому что дети, запах, красиво. Искусственная она и есть искусственная. Вот. А так настроение в доме, пахнет вкусно. Я хочу живую елку, потому что Дед Мороз под нее подарки ложит. Живая елка – это не искусственная, я вам так скажу. Это запах, это настроение. Всех с наступающим! Новый год совсем скоро. Не забудьте нарядить елочку, чтобы в новогоднюю ночь пушистая королева праздника зажглась яркими огоньками. Елена Краснова, Евгений Черемин, новости Тольятти.